Всем привет, меня зовут Влад. И как уже было сказано вчера, мы решили сделать игру. Но вопрос, зачем? Ну, как видите даже на этой картинке, люди, когда приходят в кафе, друг с другом не общаются. Это печально. Поэтому мы сделали игру Friends. Как мы ее видим на данный момент? Ну, это вы вчера уже видели, нужно залогиниться, как всегда. Вот список игр, которые вы можете сыграть своими друзьями, чтобы их найти, либо создать свою. Но что мы сделали за хакатон? А, я забыл, что надо начать игру. Давайте покажем наш прототип, все, что мы сделать успели. Отлично. Я поставлю на паузу. Ну, пока я могу рассказать, как это работает. Мы используем различные датчики вашего смартфона, датчик приближения, proximity sensor, он же, также акселерометр. И просто мы детектим, включен или выключен экран. Опять-таки немного кода. Программист заценит, мне кажется. Новая игра с окнами. Я пока поставлю. Ну, пока я расскажу, что мы, в принципе, успели сделать. Эта игра имеет такой аскетичный, очень аскетичный вид, но в стиле Google. Material Design, то бишь. Нам удалось сделать сервер и клиентское приложение. То есть, в принципе, уже можно сыграть. Но, как видите, чтобы это показать, нужно время. Теперь мы вообще не видим изображения. Ну, окей, прототип работает, поверьте мне. Получше, чем мой ноутбук, так что... Ну, в принципе, это можно продемонстрировать на смартфоне. Да, проблема именно в этом на самом деле. Вот приложение, это стартовый экран. Можно запустить, вот прямо в VK. Сейчас мы разрешаем доступ. Вот. Также можно регистрироваться через Google. Только рука и неудобно. А вот и баг. У нас упал сервер. Но на самом деле это хорошая подводка к тому, зачем нам нужны деньги. Вот что бывает с халявными серверами. Но на этом не заканчивается. За то время, пока мы провели на хакатоне, мы не только сделали приложение, но немножко изменили его суть. Зачем это нужно? Не только помогать людям общаться. У вас есть 2 минуты, вы можете, как бы, пусть ваш коллега еще, может быть, попытается. Ну, вот. Я пока поговорю, отвлекаю внимание. Так вот, что мы еще увидели в этом приложении, благодаря менторам, нашему жюри, то, что можно еще стимулировать людей помогать людям. То есть, например, наша игра нацелена на то, что люди будут играть в кафе. Мы все привыкли к тому, что мы даем чаевые официантам. Все же дают чаевые официантам. Поднимите руки. Я даю. Эх, какие жадины остальные. Но благо я работал барменом, так что меня это мало волновало. Но суть в том, что а почему бы нам также не поделиться с людьми? Почему нам не пожертвовать также из приложения? Это также удобно. Да, понятно, нам официанты помогают тем, что они нас обслуживают. Но почему просто не взять и помочь людям? Включи, пожалуйста, презентацию, уже последние слайды. Уже проблемы коммуникации, но... Ну, да ладно. И то, что мы хотели донести нашим приложением...
то, что надо покупать сервера, и не только это. Нужно просто жить и помогать людям. Спасибо за внимание.